С первых дней Великой Отечественной войны почтовая связь стала единственным связующим звеном между солдатами и их семьями. Многим даже не удавалось попрощаться с родными перед отправкой на фронт. Люди уходили воевать, но еще страшнее было тем, кто оставался в тылу. Годы мучительного ожидания. Миллионы тех, кто так и не дождался. Тех, кому на память остались лишь обрывки фронтовых писем. Писем памяти. Патай фылдар самай таршыш. Хаштай эмамалатай. Фадыбаштай шарвалтауды сардыр атым масаттады. Ватса гану. Хашты аппатай ташагдар сылу. Малат. Фадыбаштай штыр хашты шалдат савару. Ясардыр атын чина таршахам. Дак ухы еш фыштаг. Камаю. Мафыды фыдай. Бицоты амурхан хугаефыртай. Обон та хожу адмажинарх, ама анафирох кангабинон та жамират. Эжа пат фыцагдар фаршануэнни нишзинад, ама васарду ваг, кутсауэй. Кацарды мидаг забах, ана нижиш тут адмандар нисакау. Эж раштун вапишмота, ама манудитынг ахшашгон. Забах ана нишка иш тут вэй. Фаламажарда тынг ахшайгам болитам, пишмоса кайнаишин вытаххай. Кацыништы жуанут вод мамын нафышут. Шаламта мэнратут зибаян эма шанятан, эма подбинонтан. Каднамалон от карази фензыштан. Штейныр махи хабарта он разурон. Ждан забах ананиш. Мима маиш абайта бечер эма джанайта гераш. Удон дарышты забах ананиш. Шаламта он даттынс. Штейныр харжбон вод фышут пишмота арахтар. Пишмо фышек джана это гераш, пишмо рвиток амрхан бицоты. Бицоев Амурхан Хугаевич ушел на войну в августе 1941 года, за месяц до рождения сына, которого он так и не увидел. Пропал без вести в 1942 году.